В день проведения благотворительного концерта в фойе кинотеатра «Искра» было шумно, радостно. И вместе с тем грустно от того, что маленькой жительнице нашего района, Сашеньке Федоткиной, очень плохо. Она больна, и ей срочно нужна помощь. Это может случиться с каждым. У меня у самой малыш, и мне не безразлично, как бы, сама близко к сердцу принимаю, поэтому, ну, как бы, не могу пройти мимо. Девочке было все хорошо, чтобы она поправлялась, здоровья и дальнейшего успеха. Желаю ей здоровья, еще раз и здоровья, и оптимизма, и веры в будущее, и удачи. Бороться за жизнь и за здоровье. Все пришедшие на концерт не остались равнодушными к беде в семье Федоткиных. У нас живут люди неравнодушные. И, конечно, вот такая практика помощи, сострадание чужой беде, она, конечно, вообще дорогого стоит. Мы не очерствели душой, это самое главное. Мы очень-очень хотим, чтобы Сашенька выздоровела. Благотворительный концерт хореографической студии «Лестница» и театра «Танца Шаги» состоялся на большой сцене кинотеатра. В зале не было ни одного свободного места. Бабушки, дедушки, папы, мамы – все пришли посмотреть на успехи своих чад. Мамочка, не плачь, темной ноченькой. Мамочка, с тобой твоя доченька. Хореография – это очень тяжелый труд. Для того, чтобы так легко порхать по сцене, надо очень долго и много трудиться в зале. И поэтому я хотела бы, чтобы мы еще раз поаплодировали этим замечательным детям, которые маленькие, но уже такие большие труженики. Я хочу поблагодарить руководителя Юлию Лесникову, которая вкладывает в детей свою душу. Именно Юлии Лесниковой, руководителю детских творческих коллективов, пришла идея организовать благотворительный концерт. Администрация Ленинского района поддержала это благородное дело, помогла в организации мероприятия. Все собранные средства пойдут на лечение Федоткиной Саши, которая перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга и сейчас находится на постоперационном лечении. Да, наша студия впервые участвует в такой благотворительной акции. Мы очень этим гордимся и в дальнейшем планируем проводить как минимум 2 раза в год такие акции. Очень приятно, что мы помогли хотя бы одному человечку, тем более, который проживает в нашем районе. Сотрудники телеканала «Видное ТВ» не остались равнодушными к проблеме этой маленькой девочки. Сашенька, мы желаем тебе скорейшего выздоровления. Все, кто хочет принять участие в судьбе Саши Федоткиной и помочь ей, может позвонить по телефону 8 495 549 2302. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».